Тольяттинская ладья потопила мамонтов Югры. Анастасия Павлюченко выступает на турнире в Дубае. Гоночная «Лада Веста» проходит испытания во Франции. В очередном матче молодежной хоккейной лиги тольяттинская ладья на выезде переиграла ханты-мансийских мамонтов Югры. Первыми вскрыли ворота противника игроки ладьи, но хозяева смогли отыграться в ходе первого периода. Во втором отрезке ладья вышла вперед благодаря шайбам Коо и Болдырева. С самого начала третьего периода тольяттинцы пошли в атаку, голы забили Бабенко, Юмангулов и Богачонок. Счет 1-6. Хозяева не сдавались и сумели отыграть две шайбы до конца игры. Итоговый счет встречи 6-3 в пользу ладьи. Анастасия Павлюченкова выступает на теннисном турнире категории «Премьер» в Дубае. На старте одиночного разряда соревнований Анастасия уступила 18-й ракетке мира чешке Каролине Плишковой 2-6, 4-6. За 1 час 18 минут поединка Павлюченкова сделала 3 подачи на вылет, 1 брейк и 7 раз допускала двойную ошибку, тогда как Плишкова совершила 4 эйса, столько же брейков и 3-жды ошиблась при подаче. Это был первый очный матч оппоненток. Более удачно сложилась игра Павлюченковой в парном турнире. Вместе с Аллой Кудрявцевой она переиграла дуэт канадки Габриэлы Добровски и польки Алисии Росольской 6-4, 7-5. Во втором раунде турнира Dubai Duty Free Tennis Championship россиянки встретятся с уроженкой Тайваня Се Суйвей и Санией Мирзой из Индии. Команда «Лада Спорт Роснефть» проводит тесты автомобиля «Лада Веста TC1» для чемпионата мира по турингу WTCC. Пилоты Роб Хафф, Джеймс Томпсон и Михаил Козловский на прошлой неделе прибыли на техническую базу команды в Маньекур, Франция, где принимают участие в интенсивной тестовой программе в преддверии сезона WTCC 2015. Первый этап чемпионата мира стартует 6 марта в Аргентине. Роб Хафф, проехав первые круги на «Лада Веста TC1», отметил, что это сильный конкурентоспособный гоночный автомобиль, с которым можно бороться за топ-позиции. Джеймс Томпсон отметил, что визуально даже для непрофессионала «Лада Веста» это большой шаг вперед по сравнению с прошлогодней «Гранта».